Уважаемые товарищи, я прошу вас, проходите сюда на площадку. Не надо прятаться по кустам, мы собрались сегодня не для того, чтобы от кого-то прятаться, да? Мы собрались на самом деле решать проблемы комбината, города, озвучивать эти проблемы и принимать нормальные какие-то решения. Пожалуйста, проходите, не стесняйтесь. Уважаемые друзья, ну на самом деле, давайте, если мы принимаем участие в мероприятии, то мы принимаем это участие. А не стоим где-то в стороне там, ну понятно, Федя Фадеенко, он должен там стоять, не здесь. Проходите. Не надо стесняться, а то мы до того уже стали скромные все, что... Добрый вечер, уважаемые коллеги, добрый вечер, уважаемые жители города Качканар и работники комбината. Мы сегодня с вами собрались здесь, и, значит, на самом деле, не по праздничному мероприятию. Мы сегодня в очередной раз собираемся для того, чтобы сказать Евразу «нет сокращения». Понимаете, вот за полтора года, в принципе, когда подписывали коллективный договор еще с Владимиром Павловичем Бобровым, была договоренность в 2015 году, что мы не повышаем заработную плату, практически замораживаем, но при всем при этом работодатели не сокращают, не уменьшают численность на предприятии. Получилось все наоборот. Зарплату не поднимаем, а численность уменьшаем. За полтора года последних численность на комбинате уменьшилась больше, чем на 600 человек. При всем при этом господин Кушнеров сегодня заявляет, а мы не сокращаем бюджет. Да, мы дали слово губернатору, что сокращений не будет, и мы его выполняем. Они просто придумали вариант, выпустили приказ номер 4, где прописано, только появляется вакансия, она уходит сразу под сокращение. Мы же живых людей не сокращаем, а численность все падает и падает. Не вам, наверное, рассказывать, какая сегодня интенсивность труда на предприятии. Общаясь с людьми, многие приходят в кабинет, встречаясь на улице. Ведь на самом деле сегодня уже так работать нельзя. 12 несчастных случаев за полгода, которые, я не знаю уже, куда мы дальше придем. С этой интенсивностью, с этой нагрузкой. Когда мне руководители предприятия говорят, а что такого плохого, сегодня люди свой выходной выходят на работу. Такого, наверное, ничего нет, если человек выходит по собственному желанию. Но когда человеку говорят, или ты выходишь в свой выходной, или ты завтра не работаешь на комбинате. Вот это нормально. Вот это подходы управляющей компании, управляющего директора и его людей. Вот на 22 на 23 они изрисовали весь город моими портретами и написали «Я мой». До этого господин Кушнеров мне сказал, ты годами зарабатывал свой авторитет, я его ликвидирую за один день. И вот такими подходами он пытается сегодня унизить профсоюзный комитет, руководителя профсоюзного комитета. Ну, мы же в городе все друг друга знаем и понимаем. Вот для того, чтобы победить этот ноль, они на полгода, на вот эти рисунки, на все дела, дали этим пиарщикам 1,8 миллиарда рублей. Нормальные деньги, да, в месяц по 300 тысяч эти люди получают. Они приезжают из Тагила, рисуют и уезжают. Мне тут ребята подходили и говорили, то если мы их поймаем, можно, мы
фотографию у них представили, что либо не надо. Ребята, планировать меня не надо. Поэтому я еще раз говорю, мы сегодня собрались с вами для того, чтобы выразить свое недовольство, свое негодование и сказать: нет, господа, хватит. Нельзя больше унижать вот этот трудовой коллектив. Также господин Кушнаров мне заявлял, как-то вдвоем сидели, ты и твоя команда, и жители города должны быть благодарны Евразу, что вам дали работу. Ребята, расставьте правильно приоритеты. Вы должны быть сначала благодарны этим людям, построили этот комбинат, построили город. Где вот эти приоритеты? Они их перевернули с ног на голову. И я еще раз говорю, что мы должны вот это возвращать. Просто, когда сегодня опять пиарщики Евраза будут говорить, это надо пьянку, чтобы избраться в городскую думу, я думаю, они будут круче, да, скажут, что я собираюсь на президентские выборы. Уже до этого они меня собирали в Государственную думу, и черт не знает, куда они же только меня не собирали. Но это надо не мне, это надо трудовому коллективу Чканарского города. И я шел на эту работу, дал свое согласие для того, чтобы защищать ваши интересы, но не интересы работодателя, это однозначно. Поэтому спасибо тем, кто пришел, спасибо тем, кто поддержал, за понимание. В конце митинга будет зачитана резолюция, которую мы направим и на губернатора Свердловской области. Ну, там подумаем, может, мы еще и дальше ее отправим. В том плане, что нельзя, наверное, просто замолчать. Губернатор, когда был на встрече, я ему задавал вопрос по сокращению, а мне руководство ее раз обещало. Сокращения не будет. Но обещать не значит жениться, да, и поэтому получаться так, как получаться в этой жизни. Наверное, много можно говорить, у нас время ограничено, поэтому... Почему ограничено? А погода может измениться. Хорошая погода. Погода очень хорошая, погода прелесть. Поэтому желающие выступить, пожалуйста, прошу. Да, я еще раз хочу просто обозначить. Не исключено, что могут быть провокации. Не исключено. Заходи. Только представишь себе. Я уже забыл. Поэтому еще раз говорю, если кто-то, чужие люди, будут вокруг вас, будет что-то, какая-то попытка, сразу подходите к нашим с повязками людям и к полиции, да, и надо сразу будет пресекать эти дела. Ну, я думаю, они не такие уж наглые, чтобы из Тагила приехать и там помешать нам провести мероприятие. Тихому, бывший работник блока, 2 года на пенсии, сейчас имею право говорить все, что хочу. Я работал тогда, да, тоже приходилось молчать. Мы все, народу мало, правильно, я всех понимаю, что все боятся. Как и на выборы даже вот идти, там губернаторские какие-то, потому что все решат без нас. И никто не идет, но надо идти сейчас, вот, люди, потому что унижают уже до безобразия, да. Вот вчера немножко послушал местное радио, там этот директор генеральный, да, выступал. Он, оказывается, вообще какой-то у нас человек, понимаете, он директор НТМК, директор Кочканарского ГОКа. Это, как, не думал, депутат заксобрания, совет территориальных директоров, понимаете, что? Человек, да? Сократ какой-то. Вот как говорят, у 7 нянек дитя без глаза, так получается тот-то наоборот, он 1 на 4. И получается как? Ну, извините, вот, грубо говоря, сиську и письку одной рукой не взять, да? Вот, что такое? Творится. Надо делать одно дело на 100%, или каждое дело по 50%. Вот, и ему пофигу. Ему задачу сверху поставили, сократить, повысить, и все. И это вот каждый генеральный директор, когда приходил, и была поставлена задача сверху, видать, такая, постоянно сокращение, постоянно повышение объема. Это постоянно идет такое, понимаете? И вот он, да, еще я волнуюсь, конечно, но... Но он там, этот, задает ему, женщина, на радио вопрос, завод там, Козицын, да, построил там, шмель, все, а вам слабо построить нам Ледовый дворец? Он говорит, посмотрим. А что смотреть-то? Ты скажи, да, давно вопрос построил. Господи, ну, да я на пенсии, ладно, чем не буду. Молодец, ага. Правильно. Получилище. Да я не готовился, понимаете, вот так вот стихийно все. Вот мне понравилось, когда, да, все помнят, при Козицыне как, да, в 2000 году, он
любая техника должна обслуживаться, да, раз в месяц, грубо говоря. Но пришли Евраз, все, никаких обслуживаний, все на ходу, все на ходу. Умеют. И все, все, за счет профмастерства люди заглушат потом, что без ворота Евраз. Это нормально. Два, ну похуже. Ну три, так нельзя ехать, да. Это понятно. И вот так вот все работают, все молчат, и я молчал, конечно. Ну что делать? Так. Ну кто? Ну пришли, вот ну надо же больше, чтобы людей так чуть. Еще хотелось много сказать им, да, вот, у меня предложение вообще-то такое большое, но вот когда митинг был зимой, то еще, да? И он на это пресс-секретарь Евраза писал, вы быдло работать не хотите. Я тогда в газете заметку написал и не выступил на митинге, потому что читал, написал и что-то меня заклинило. Быдло не хотите работать, а вот американцы работают, вот помчите сюда, да? А вы только зарплату требуете. У меня такое предложение есть. Это к Кашкареву и к правкому, да, Ковсенко, да, Иванину. А давайте вот отправим бригады Руда и туда. Там через дорожников, фабрикантов, всех помаленьку, да? А этих негров привезем сюда и пускай получат нас, а мы их получим. Как они ногу там будут, да? Что такое? Раз она устрекает, пускай приезжают сюда. Посмотрят, ну, поремонтируют БелАЗ в походных условиях. Карьере. Да любое, это каждый по своей, можно сказать, профессии. Вот. А? Ну все, братья, извините, он хватает труп. На самом деле, сегодня люди, вот только выйдя на пенсию, могут сказать правду. Сложно, сложно. А кто их может за это осудить? Да никто. И не надо их осуждать за то, что они сегодня боятся прямо сказать открыто в глаза. Потому что есть примеры, вот сам же подали, на глаз дал, то, да? Только сказали правду, хопа, нет же, как изменять. И сейчас ходим по судам и доказываем. Железнодорожников, которые бывали за итальян по 19 человек, через 2 с лишним года Верховный суд принял нашу сторону. И то не по всем пунктам. Поэтому есть проблемы на самом деле. А вот явка, прийти, сделать массовость, наверное, это можно. И не надо бояться, уж совсем, да. Если боимся, тогда голову в песок. Пожалуйста. Баданин Александр. Ну, во-первых, конечно, хочу поприветствовать всех, кто пришел сегодня. Сказать огромное спасибо за то, что вы все-таки реально нашли в себе смелость идти сегодня сюда. Не побоялись телекамер, в том числе телеконовских, и Федоров один, кто там ходит кругами, фотографировать нас, снимать, контролировать. Спасибо вам огромное за то, что вы здесь. И благодаря тому, что вы здесь, мы знаем, что мы делаем это дело не зря. Мы знаем, что движение профсоюза основывается не просто на каких-то наших, ну там, дурных измышлениях, как это выдается в проевразовских СМИ, а это реально стремление защитить ваши интересы. Как тех, кто здесь, как тех, кто сейчас на работе, как тех, кто побоялся сюда прийти. И этот страх, он вполне естественен и нормален. В этот раз буквально на собрании с уроком, которое все-таки решил провести управляющий директор и встретиться с уроковцами, он прямо в глаза людям, когда Анатолий Александрович сказал, что людей заставляют выходить на подработки, он сказал, ну-ка так, в зале кто? Ну-ка поднимите руку, я посмотрю, кто из вас, кому из вас доставляли это делать. Я попытался сказать, что Алексей Владиславович никто не скажет и никто не ответит вам на этот вопрос. Потому что здесь сижу я. А я это яркий пример того, как у нас Евраз относится к людям, которые имеют смелость сказать что-то против. Федор, сидя рядом со мной, мне сразу сказал, Саша, молчи, Саша, молчи. Это не про тебя разговор на данный момент. Но я считаю, что каждый из наших сотрудников, уволенный, а вот при этом полном беспределе Евраза, он часть коллектива, он часть людей, которые находятся здесь. И когда мы выходим, когда мы находим на это смелость, мы можем отстоять любого из нас. Если мы разбежимся, если мы испугаемся, если мы скажем, что у меня кредиты, у меня там проблемы дома, у меня там начальник меня гнобит будет, то они поодиночке нас просто раздавят. Сегодня они выгонят урок, завтра они в Анаде транспорт выведут АТЦ, в железнодорожников в Нижнем Тагиле уже вывели спокойненько в дочернюю компанию и нет никаких проблем, тишина и покой.
Им очень нравится профсоюз МТНК. Они счастливы от того, какой у них там профсоюз. Но мы не такие. Мы в 90-е годы доказали, что мы не такие, что мы гордые горняки, которые могут отстаивать свои права. И я считаю, что мы сможем и в этот раз, и в последующие разы ставить любого взорвавшегося и оханевшего работодателя на его законное место. То, что Верховный суд встал наконец-то на нашу сторону, это говорит, что все-таки государство начало нас замечать. Государство начало понимать, что здесь творится что-то неладное. Очень плохо, что это осознают в Верховном суде, но не осознают на уровне региональной власти. В прошлом году, примерно зимой, да, это было предыдущий наш митинг, который мы собирались проводить. Перед этим прошла конференция в ДК. Туда приехал Денис Пасер, на тот момент председатель правительства Свердловской области. Сказал, что все, вопрос решен. Как мне в этот раз сказал Сергей Михайлович Сарботик на совещании с директоратом Евразгока, тогда это был Жуков, он там чуть ли не кулаком по столу стукнул и сказал, ни в коем случае, никаких сокращений. И что мы видим? Прошло полтора года, больше полутысячи человек нету, вакансии уничтожены. Как так? Приезжает кандидат в губернаторы Свердловской области, и он нам говорит снова то же самое. Ребята, мы же договорились, не будет сокращений. Но вот этого понимания того, что не сокращений, конечно, никто не устраивается в очередь в центр занятости и не получает 3 месяца, положенную ему по закону, дотацию от комбината. Нет, этого нету. Но просто людей выживают, тех, которые подошли к пенсионному возрасту, тех, у кого здоровье, может быть, немножко не соответствует евразовским стандартам, а на их место никого не принимают. Приказ этот действует. Приказ, о котором наш управляющий директор, оказывается, даже не знал, хотя сам его подписывал. А действие этого приказа и о том, что он продлен, как Андрей Александрович Ярославцев выразился, на годик мы его еще продлили, о том, что вакансия, освобождающаяся, сразу уничтожается. Но это неправда, потому что они его продлили не на годик, они просто убрали дату, когда он закончится. Этот приказ будет действовать до той поры, пока они его не отменят. Как можно разговаривать с этими людьми, я не понимаю. Как мы должны еще построить диалог с ними, чтобы они наконец-то услышали голос трудового коллектива. Ну, на этом, наверное, все. Я и так тут много времени уже занял. Всем спасибо за то, что вы пришли. Вместе мы реально сила, вместе мы сможем добиться многого. Спасибо. Я вот тут вижу, там Федя Фадеенко ходит. Федор, пройди сюда, пожалуйста. Своих героев страна должна знать в лицо. Я думаю, он не пойдет однозначно. Стоит с ноги на ногу перениматься. Ну это тот человек. Нет, пока нельзя. В порядке живой очереди. Как в защитном порядке живой очереди. Поэтому я еще раз говорю, вот этот человек организовывает вот эти все, получают задания, едет в Тагиле, общаются с Бычковым, который решает эти проблемы вот так. Гадят в городе, да? Среди коммерсанты задают вопросы, кто не имеет права на наших стенах рисовать даже твои портреты. Я думаю, вопросы все к этим ребятам, которые с Тагила приезжают. Я хотел Кушнарову на последней оперативности предложить, да, что я найму своих ребят, они приедут, и с Тагила нарисуют его портрет и Андреасова, и напишут вор. Иди отмывайся, да? Но мы до этого не опустимся однозначно. И это не наши методы. Ну, я бы, конечно, Федор, если пришел на митинг, зайди, что-то скажи. Нет, не пойдет. Нет. Знаю я его, потому что там речи чуть топнешь и гадит по неделю по углам. Пожалуйста, давай смотрите. Игорь Викторович, только давайте как-то покороче. Я регламент не определял, но походу что-то к нам как-то. Да мы все успеем сделать. Здравствуйте, дорогие жители города Качканар, работники комбината. Мы сегодня здесь собрались, и не только сегодня, и в будущем будем собираться, и в прошлом мы собирались, по причине того, что работодатель нарушает наши права. Нарушает серьезно, 600 человек за год ушли с комбината, рабочие места не восстановлены. Причина в чем? Расформировывают подразделения. Расформировывают и руководителей цехов, куда должен влиться этот трудовой коллектив,
расформированных подразделений говорят, мы всех не возьмем. Вот причина в чем, социальной напряженности. Мы всех не возьмем. Кушнарев прямым текстом это говорит. С кем-то будем расставаться. Что это никак не скрытое сокращение трудового коллектива? Людей, которые и так уже, по-моему, выход из выходного дня за 200 часов выкатываем каждый месяц. Белазники тогда вообще отдельная история по 7 ночей подряд. Это беспредел, просто беспредел. Почему государственные структуры города, области Российской Федерации я и не слышал. На Гоге принял приказ, подписан, утвержден определение Строгановский СИЗ, средств индивидуальной защиты. К чему это приведет? Элементарно, люди, которые у власти государства должны понимать, что снизятся объемы, на которых работают фабрики и заводы, которые производят этот СИЗ. Снижаются закупки запчастей, изношенное оборудование, опять снижение себестоимости. Вот здесь государственный человек должен задуматься, раз нет закупок, снижаются объемы производства промышленности, результат снижения ВВП, то, что ищут президенты, все правительства. ВВП снижает, вот что-то к чему приводит политика правительства. Почему этого не видят? У нас была комиссия. Нужно просто открыть глаза и захотеть видеть, как у нас с 23 метров падают плиты в те места, где ходят люди. Почему этого не видеть? И важная вещь, мы в Верховном суде принято решение в нашу пользу. Кушнареву вопрос. Извиняться, Евраз перед нами собирается, они испортили жизнь нескольким десяткам людей по беспределу, по форме беспредела. Я требую, чтобы государство, в котором мы живем, мы граждане этой страны, мы должны получить защиту, квалифицированную, грамотную. Мы граждане. К нам нельзя так относиться, в такой форме. Кого гнете-то? Собственных граждан? У нас выборы на носу. И люди будут думать, незащищенный личный состав государства, униженный, на всяком случае попытки делаются, сдаваться мы никогда не будем. И не сдадимся, и не дождутся. Бесполезно. Высокогорский ГОК был практически до нуля низведен Евразом. Сейчас сменился собственник. Дела пошли в гору, зарплата выросла. Вывод! Евраз должен уйти с Качканарского ГОКа, освободить место для другой перспективной компании. Здравствуйте, уважаемые друзья, товарищи, коллеги по работе. Вот в диалоге с коллегами нашими бывшими, я хоть уволенный, но настоящий работник комбината. Я не ушел, хотя меня увели. Вот разговариваю с коллегой по работе, железнодорожник. Я говорю, как насчет митинга? Вот смотрите, здесь мало народу собралось, да? Это, конечно, минус некоторым товарищам, которые плохо поработали. Он говорит, да мы не собираемся, говорит, ордена, говорит, вешать Пьянкова, как будто это ему нужно. Уважаемые друзья, не ему нужно. Надо благодарить товарища, что он не ломается, он держится. И мы его поддерживаем, да? Это нужно всем нам. Благодаря нашему безразличию все происходит, все выборы, все это отбирание права конституционного избирать своих мэров, убирать партии. Почему партии? Потому что простые люди могут попасть все-таки в Думу, представительные органы власти. У нас нет с вами денег, только через представительные политические партии можно войти. Почему сейчас у нас в газетах костерят? Вот Янков с коммунистами связался. Да, я коммунист, он православный, там христианин, буддист, роль не имеет. У каждого человека есть своя вера. А человек без стержня, он пустой человек, его можно ломать, гнуть и все что угодно. Все в настоящем мире происходит. Я вас уверяю, я бы работал на Качканарском ГОКе, 100%. Рот бы я закрыл, я пенсионер, как многие так считают, да. Я своя рубашка ближе к телу. Ну так нельзя. Мы люди, мы не свиньи, не скоты. Они построили резервации, которые мы работаем от получки до получки, чтобы погасить свои кредиты. Ну,
и потребности удовлетворить, а не имеется в виду оплатить за школу, за учебу и все остальное. Созданы такие условия, что нормальных условий нет. Мы страна, 2% российского населения мирового сообщества имеет 40% национальных богатств. И мы самые нищие. Какие-то эмираты, понимаешь, с рождения и ребенок только родился, все-таки, ему идут рента сюда. Совершеннолетний он имеет все-таки определенную базу материальную и может все-таки жить. Феодальная страна. Мы демократическая. Демократия в чем? Насиловать и эксплуатировать трудящихся. За счет нас все-таки, за счет наших стариков, дедов, старших товарищей построен комбинат. Они для чего здесь жертвовали все-таки? Вон палатки там стоят все-таки. И гнус, тяжелые условия, все вытерпели. Только чтобы нам жилось хорошо, чтобы наше поколение молодое жилось хорошо все-таки. Не для них собак мы все-таки делали, понимаешь, города строили, села, промышленность поднимали. Они нажраться не могут, паразиты все-таки. Это эмоционально, ребят, но от души, понимаете. И вот товарищ выступал, что губернатора, понимаешь, они выбирают. Да, они выбирают, я говорю. Они выбирают своих губернаторов, ставят своих представителей во властные структуры, на представительную городскую думу. Дума ежегодно выделяет Евразу по 30 миллионов рублей, да? Это льготы по налогу на землю. А это социальные программы все-таки наши. Выполнение. Мы не можем сделать то, другое, третье. У них совести ведь нет. Но когда они ходили на выборы, говорили так: выберите нас, мы будем отстаивать вас. А на деле что получается? Приходится коммунистам все-таки отстаивать, Иван Иванович Канисимов, того самого, и другие товарищи, Помазкин, еще здравых людей все-таки, постоянно подается Геннадий Владимирович Русских. Он убеждает вас совести, а у тебя совесть элементарная есть все-таки, гнобить людей, отстаивать интересы Абрамовича, но нажраться все-таки не может. Ну вот, коммунистическая партия, вот меня уволили, да? Я хочу сказать спасибо им, у меня теперь больше возможность заниматься общественной работой. Я не ушел с комбината. Любой вопрос, который касается двух коллективов, трудящихся и работников, я буду вмешиваться. Я являюсь как бы помощником депутата Государственной Думы Ижевского Николая Николаевича. Нынче на съезде партии коммунистической меня избрали кандидатом в член ЦК Коммунистической партии Российской Федерации. Это то, что мы имеем прямую связь с Москвой. Так что все проблемы, которые возникают здесь, мы будем поднимать, освещать и говорить. Почему они костерят Пьянкова, почему костерят меня? Так ядросы говорят о том, что это все ваша вина, это вы все сделали. Я говорю, да, это мы сделали. И вас спрашивать не будем все-таки. Это не имею в виду то, что мы все мероприятия, которые проходят здесь, мы освещаем на федеральном уровне, на каналах телевизионных, через областную прессу. И будем это делать. И вот к этим друзьям мы выдвигаем от Коммунистической партии Российской Федерации нашего кандидата в губернатора Парфена Алексея Александровича. Это работяга, только карусельщик, револьверщик, дальнобойщик. Он своими руками сидел, создал народное хозяйство, 100 человек, собрал мужиков и работает. И в итоге, сейчас заканчиваю, и в итоге все-таки получил высшее образование, офицер. Мы выдвигаем, говорю, вот да, вот губернатора. Пару слов мы ему дадим, конечно, представитель. И приехал сюда для того, чтобы поддержать его, вас. Я, пожалуйста, хочу... Не поднимешься? Я думаю, давить вот так своих лошадь. Я просто раз напомнить. Ребята, мы собрались не на политический. Наверное, все. Давайте мы все-таки сегодня проведем вот это мероприятие в том русском, о котором вы говорили. Здравствуйте, товарищи. На самом деле, здесь нет никакой политики, здесь социалка. Я вот приехал поддержать вас, как именно в борьбе за свои социальные права. Если вы вместе с профсоюзом не будете отстаивать свои права, капитал однозначно нагнет народ, как он пытается делать это повсеместно, по всей России. Я хотел вам приехал поддержать вас, хотел передать привет от Геннадия Андреевича Зюганова, от партии, от всех товарищей, то, что они поддерживают вас в этом митинге. Знайте, что вы не одни. Если надо, значит, приедут люди, поддержат вас в ваших именно социальных, правильных требованиях. Налицо, как бы, конфликт между трудом и капиталом. Он всегда будет, потому что капиталисты извлекают прибыль. А как ее можно извлечь? Ее можно извлечь двумя путями. Заставить работать.
если мы в борьбе будем бороться, то есть по одному человеку, по два, нас уничтожат. Я вас призываю к тому, чтобы вы отстаивали права все вместе, не боялись, не сидели по квартирам, а отстаивали свои социальные права вместе. Потому что одного человека, одну тростинку в метле можно свободно сломать. Если взять полностью прутья в метле, быстро не сломаешь. Один за всех, все за одного. Должны понимать, что только вместе мы можем победить. В трудах в трудах Маркса и Ленина было такое, что Ленин сказал о том, что мы должны научить трудящихся и крестьян писать. Мы не рабы, рабы не мы. Так вот, мы должны с полной уверенностью об этом заявить капиталу, что мы не рабы, рабы не мы. И они должны слышать нас и уважать. Наше дело правое, мы победим. Спасибо, товарищи. Спасибо. Кто-то желает еще? Саша, ну, ты же пару не скажешь, ты же скажешь три. Иди. Я быстро вспомнил, товарищ говорил, да, там, точнее, вчера девушка тоже вопрос задала, радио, да, может устроиться в год тоже доктор, да, как Путин прям, пускай придет на прием, вопрос будет решен. Путин самолет Мурманск отправил, все полетело, все закрутилось, даже ничего не выяснилось. Ладно. А хотя везде медицина-то разрушена, да, не только там по потерям, все вообще, что с тобой творится. Ага, и вот еще к чему, да, вспомнил, да вот он тоже выступает там по радио и говорит. Вот собрание провожу с начальниками фабрик, там все такое, все. А потом услуги идут, сокращение. А почему начальник не встанет тут на оперативке и не скажет, директор, ты делаешь неправильно? Был такой, все знают, Лебедев Сергей, как его, Сергей Михайлович. И где он? Все. И все носы приезжали, все директора фабрик, все. Задница-то ближе, так сказать, работать-то надо. Это если бы, я думаю, вот на этом моем мнении, в те времена, когда Евраз пришел директора, Фронтов, начальники фабрик, выступили, что вы неправильно делаете. Не поддержали Лебедева. Лебедева пнули. Все, мужик, ну да. Это ЗРГО. И все молчали, все молчали. Все. Противно просто как-то. Все в стране даже. Ну не все противно, наверное, Александр, да? Есть какие-то светлые вещи у нас на комбинате, когда управляющий директор говорит, о, с вашими-то зарплатами, да вы еще и выступаете. Это же самая высокая зарплата в холдинге, самая высокая зарплата на предприятиях по России. А он забыл, что этой высокой-то зарплаты мы с вами добивались. Оставит заслугу себе и холдингу. Какие мы добрые, мы вам поднимаем зарплату, а вы работать не хотите. Можно еще много примеров, просто я еще раз хочу сказать. Мы сегодня с вами собрались предъявить требования именно стороне работодателя экономические. Это наша главная задача. Нет сокращений. Когда управляющий директор на встрече, вот вернусь к уроку, да, если представитель урока сказал, а решение не принято, Анатолий Александрович, что ты тут будоражишь народ? Никто никого еще не увольняет и не сокращает. Хотя когда в кабинете я ему задал этот вопрос один на один до этого, он сказал мне, решение принято, урок будет расформирован. Это было заявлено и на оперативке, на директорской, на одной из оперативок. А когда немножко запахло жареным, когда мы приняли решение о проведении митинга в защиту этих ребят, да, и всего трудового коллектива Качканарского ГОКа, оказывается, решение не принято. Поэтому они погружают силу. А сила – это мы с вами. И не надо бояться сегодня этих ребят. Завтра, если мы будем бояться, они сделают из города Вахтовый поселок. Приведут таджиков, привезут. Я не хочу обижать их национальности, да, я просто говорю, они привезут стрейбрейкеров, которые будут за копейки на этом комбинате работать.
и приносить им прибыль. Они 200 миллионов рублей сэкономили за 16 год фонда заработной платы. Сегодня можно легко с этой экономией отдать каждому вам по 33 тысячи рублей. Но этого не будет, потому что мы молчим. Мы согласны. А я всегда вам говорил, что если вы не будете стоять за моей спиной и профсоюзной организации, я этого не увижу. Я уйду с этой работы. Я думаю, профсоюз они развалят. Я не хочу тут кого-то пугать, да, я просто сам для себя делаю выводы. Востребована сегодня профсоюзная организация в комбинате или нет? Если она востребована, если мы делаем все правильно, вот в эти митинги надо приходить не в таком составе. Спасибо. Владимир Михайлович, пожалуйста, резолюция. Приветствую вас, уважаемые качканарцы. Резолюция митинга. На Качканарском Горке существует устойчивая тенденция уменьшения численности работающих на предприятии. В течение только 2016 года штатная численность работающих уменьшилась на 450 рабочих мест. Уменьшение численности на предприятии продолжено и в этом, в 2017 году. В настоящее время, по состоянию на 1 мая, численность работающих в комбинате составила 5903 человека. Если сравнивать с июнем 2015-го, было 6566 работников. Таким образом, более чем на 650 рабочих мест снизилась численность градообразующего предприятия за 2 года. При этом объемы производства достигли своих максимальных значений за всю историю предприятия и не снижаются. Такие масштабные сокращения численности нельзя объяснить ни модернизацией производства, ни совершенствованием технологий. А в результате на комбинате нехватка рабочих рук и, как следствие, необоснованное повышение интенсивности труда работников. Наряду с мероприятиями по сокращению численности или штата работодатель, начиная с 2015 года, применяет придуманную им специальную технологию. В 2015, 2016 и 2017 годах были изданы специальные приказы, в соответствии с которыми подлежат сокращению вакантные рабочие места, должности, образующиеся после увольнения работников по разным основаниям. Таким образом, комбинат уже лишился сотен рабочих мест, а город, сотни его жителей были лишены возможности иметь работу на градообразующем предприятии и законный источник доходов. Численность городского населения год от года неуклонно снижается. Это факт. Молодежь уезжает из города, не видя для себя перспектив. И вот в чем парадокс. Среди разных причин существования этого явления есть и такая. Уменьшение численности эффективно и прибыльно работающего градообразующего предприятия. Таким образом, работодатель использует очень удобную и, главное, эффективно действующую технологию сокращения рабочих мест без информирования государственных служб занятости, без обоснования необходимости осуществления мероприятий по сокращению численности и без участия профсоюзных органов. Возникает вопрос. Каким образом все это соотносится с продекларированным обязательством не проводить сокращение численности на предприятии, если это рассматривать во взаимосвязи с целями получения качканаром статуса территории опережающего социально-экономического развития? Как известно, получение такого особого статуса должно обязывать к созданию новых рабочих мест, а не к сокращению численности. Как все это состыковать? Кто ответит на эти вопросы? Мы адресуем эти вопросы работодателю, акционерному обществу Качканарский ГОК, Евраз Качканарский ГОК, главе Качканарского городского округа, губернатору Свердловской области. Требуем не проводить дальнейшее необоснованное уменьшение численности работников комбината и отменить приказ о сокращении вакансий. Призываем работодателя возобновить трудоустройство работников
на необоснованные сокращенные рабочие места. Спасибо. Спасибо, Владимир. Я бы еще хотел раз сказать большое вам спасибо, что собрались, не побоялись. Здоровья вам. О, Лариса, а я тебя искал. Нет, нельзя, Лариса. Это тот человек, который ездил в Железногорск и принимал участие в конкурсах песни, и она хотела бы, и тебя не видно, свои стихи. На сцену требуют. Ну, хочу подвести итог своими стихами. Как-то у меня песня, но я прочту просто стихи. Время пришло, и ясно одно. Пора принимать решение. Кто мы сегодня? Просто толпа или людей поколения? Встань в одной, мы крепкой стеной. Пусть слышно сердец биение. Мы не рабы, у нас есть права. И нам профсоюз во спасение. Спасибо. Спасибо. Митинг на этом заканчиваем, но осадок все равно остается, что сторона работодателя, как будто вот когда проводим такие мероприятия, она соглашается, проходит какое-то время, она начинает делать все то же самое, что делает. И поэтому мы вот с такой частотой проводим эти мероприятия. Спасибо вам большое. Здоровья вам. Толпа или людей поколение, вступит в профсоюз одним целым быть. Сегодня настала пора, он защитит, поможет вас все и отстоит права.